Короче, я решил, что надо еще что-нибудь дописать. Это просто мы пошли. Нам надо было закрыть договоры контрактом по интернету. Со Spectrum мы открыли новый с Frontier. И, в общем, у нас осталось время до того, как вести Маришку на работу. И мы заскочили в этот вот Bob's Furniture, магазин мебельный. А сейчас еще 10 минут у нас есть свободных, так чтобы не переться раньше времени. Мы зашли в Барлингтон. Похожу вам, кроссовки показываю, сам посмотрю. Очень интересные Nike, $59. Прикольная модель. Смотрится вообще классно. Серенькие, с белыми шнурками, розовые, придачу, еще какой-то замок. Такая интересная модель. Дал-то не мой размер, когда я померил. Может, даже и она выпушла в коллекцию. Что это стоит? $34. Перестановки. В прошлый раз не так витрины стояли. Так, 8 размер. Конверсы красные. $33. Ребенку в поход похожие какие-то купили. Но мы брали за 33 что-то. Вот, белые. Это красный, это все интересно. Кто-то бейсболку притащил, бросил, которая стоит, бейсболка стоит $10. Пускай лежит, отдыхает с кроссовками, что ты будешь делать. Что за модель? Адидасы, адидасы. 40. Ничего интересного в глаза не бросается. Все такое какое-то обычное. Ну, какие модные замшевые с золотыми. Как их называют, я не знаю. Для шнурков фитошки. Блин, фила. Класс. Черный замш. Вот такие легенькие. Сколько они стоят, интересно. Почему-то ценника не видно. О, они с красным ценником. Офигеть, $15. Интересно, сколько до этого были долларов? 30, наверное. Прикольная пара. $20. Модные, молодежные. Это у нас сколько стоит? 18. Короче, это вот вся полка, она с красным ценником, то, что оценено максимально. Еще одна фила. $12-13, боже мой. Интересно, сколько туфли будут стоить. $15, 11 размер. Какие? 20. Колян. $25. Блин, $11. Шиповки Nike. Интересные вот эти вот. Опа. Опа.
$8. И иногда такие смешные цены бывают. Просто в шоке с них. Опа, Adidas. Adidas цену не вижу. Сейчас попытаюсь найти. Написано 35. Почему они здесь стоят без красного ценника, не знаю. Ну что здесь еще? Фила будет стоить $14. Вот такие вот белые кожаные филы приятные. Здесь $10, 14 размер. Шиповки. Ну, здесь пошли мега размеры, большие 13 и прочие всякие. Сейчас цену глянем на всякий случай. Ради интереса. Reebok 32. 60 Nike. Вот, как-то так. Ну, большие есть здесь тоже такие. $60. Тяжелые какие-то ботинки. $35. Модная фила серебристая. Тоже, кстати, с красным ценником. Что у нее на ценнике? $18. Блин, понравились мне вот эти конверсы, в прошлый раз я их смотрел. Кожаные, $37. Вообще такие классные, но размер 10. Немножко великоват для меня. Ну и все, больше я так ничего интересного не увидел. Сегодня вот такой экземпляр приехал заниматься в LA Fitness. Просто красавчик, у него такие колеса, серебро с золотом, куча всяких каких-то отбойничков, как я заставляю. Вот такой весь из себя золотой. Вот там у него дротики модные стоят. В общем, колеса у него просто супер огонь. Его лого. И вот если кто-то хочет, может пойти на Инстаграм, вот здесь с ним познакомиться, наверное, поближе. Ну вообще красавчик, очень спорткар. Ну вот как-то так, тренируется волки. Регулярно езжу по одной улочке, когда возвращаюсь со своей Хонды с автосервиса. И вот мимо этого Мерседеса проезжаю, решил сегодня его показать. Такой красавец. Как он ездит на этих колесах? Вот они просто в арке у него там где-то лежат. Очень красивый, очень черный, очень яркие колеса. Блин, я не понимаю, как он едет. Может, он выравнивается как-то немножко, выгинается, может, нет. Ну, блин, вы видите, как у него эти колеса стоят? Это просто нечто. Это просто нечто. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Чего только не увидишь на дорогах Америки. Ехал, не мог не остановиться. Посмотрите на этого красавца. И расскажите мне, как он ездит вообще? Как он ездит по дорогам? Как он может передвигаться? Он, в принципе, просто лежит. Я не знаю, он, наверное, поднимется немножко. Но он просто вот, вот. Там зазора нет. Он упал. Он, наверное, должен подняться немножко. Вот на таких гонках гоняют настоящие гонщики. Короче, слова тут будут лишними. Это надо просто видеть и понимать. Делитесь в комментариях то, что думает по этому поводу.